Вот. И библиотеку. Все поснимали, одного только ежика купили. Висит немножко. Мне понравилось. Я его. Что, да? Что, Альтер-Эго? Да, да. Ну, это перед ним, это еще до него. Ну, Дюрера был зайчик. Да, да. Серии. Вау. Вахна. Что? Привет. Ясно, ясно, да? Конечно, да. Куда вообще вот это вот все свет и вот это? Красиво. Ну да, ты не перестраивай. Чего? Не перестраивай. Да ну нет. Где Ерка? Она за углом. А что там? Вот. Туалет? Я вижу, тут туалет. И тут красота в окне. О, в окне. А, кустик она увидела. У вас просто... Будиться на, можно. И совсем убрано, как не стыдно. О, это... Они по собственному желанию. Они очень-очень, да. Ну, вот хорошо. Да. По-своему ходят. Угу. Я не закрываю вот это. Ну, отлично. Так это ваша спальня? Здесь в основном Марч спит. Я сплю как бы. Воздух там есть. А отсюда можно читать это. Посмотри, это крест толкать. Крест. Да, да. Сначала сюда. Да, туда. Ой, еще сколько. Тут видно озеро, да? Ну, как бы сказать. Нету. Да, тут ты можешь, конечно. Речь. Да, ты как товарищ Ленин, понимаешь, это. Угу. Да. Ой, тут у вас это такое. Ну да. Так, да. Они все еще скрываются. Да. Смотри. Да. Это настоящие? Нет. Настоящие. Да. Ой, тут тоже эти шкафы. А тут кошки. Да, да, собаки. Сегодня мы вас сюда подположим. Да. Так, а что, оставайтесь, живите с нами. Да. Живите с нами. Потому что времени не осталось посидеть. Ирка, да вы что? Ирка, простая. Да, сразу... Живите с нами. Живите лучше нас. Дальше, я не знаю про это. А это передача какая-то. А, окей. А, не это... пойте с нами. Пойте с нами, пойте лучше. Я понял. Это у нас мэн-кейв. Это настоящий мэн-кейв. Вау. Здесь мы работаем. Ох, красота. Да. Хорошо. Вот, три ступеньки вниз. Это же гараж. Это же над гаражом. Ну просто, ну потому что ты наделал. А там не работает. Это что? Что то мне жарко стало. О, картинку узнаю. Да-да. Неплохая. Но тем не менее, да. Но тем не менее. А сюда можно становиться? Да-да, конечно. Но другие вот еще не повешенные. Это стекло, да? Это, ну это специальное стекло, чтобы ездить по нему. Оно вот. Ну что ты показываешь? Нет, просто... там мы свои люди. Ерунда, еще, да, честное слово. Да. Мы же не гости. Так, ну рассказывай. Это, Марш, расскажи, ты же технический. Да, человек. Да. Расскажи, что происходит здесь. Ой, я не уверена. Это все фильтровальная система. Вода идет из колодца сюда, по-моему. Угу. Это хлор. Это еще что-то, которое добавляет. Хлор делает что-то плохое. Убивай все. Потом надо, вот, по-моему, вынести хлор из воды, чтобы можно было пить. Потом у нас еще два фильтра, потому что нельзя даже пить ту воду. Вот эта вода для вот, душа и так далее. А потом у нас вот там есть маленький кран около вот этого самого. Это для воды для питья. Просто ты не рассказала самое главное. Посмотри на вот это. Да, она говорила. Это для humidifier. Нет, это для питья. А вот еще есть для humidifier где-то.
Вот это для химера, по-моему. Элегантные синие трубочки. Да, ну, это часть, это не так просто. Это не то, что вот эти вот эти медные трубы, огонь, воду. Да. А вот что пить, идите сюда. А, это еще не пить. Нет, Сережа вот набирает для нас воды каждый день. Он отстаивает. Скажите, у вас вот есть воды? Отсюда, Сережа, воду. Это вкусная вода для питья. И раз в месяц вот приходит и меня фиксирует. Раз в месяц. Ну вот. Я еще и не крашу волосы здесь. А это, в принципе, кухня для собак. Вперед. И я должна была, в принципе, покормить собак. Вот хорошая вода. Здесь. Это уже пить можно. Но оказалось, что неудобно. И я тащу в это каждый раз из колодца. Наверху, увидите сейчас, наверху там банка. Сереж, ты расскажи под камеру то, что ты мне сейчас рассказал, анекдот. Так это же старое. Ну, не важно. Ну, давай. Ну, как, что-то скажите, у вас есть воды? Говорят, не воды, а вода. Ну, дайте стакан воды. Он говорит, не вода, а воды. Везде одни антисемиты. Не, ну это еще в Харькове. Это мне напоминало, когда в саду Шевченко напротив, рядом с памятником стояла тетка с газоводой. О, это прекрасно. Такой синяя. Сиропом или без сиропа? Да, причем такими. Да. Это самое, бывало с двойным сиропом. Да, да, стакан один и тут. А стакан, причем она мыла его условно. Если Марч это показать, она умрет тут же. А сауна же есть. Ого, да? Это была тут или ты? Переносная сауна. Не было, мы построили воду. Сейчас Сережа она покажет, как он ее переносит. А ну покажи, как я ее переношу с трудом. Зайдешь, бывало, и переносишь. Боже, ничего себе. И такое бывает на свете. Да-да. Сауна. Смотри, век живи, век учись, дураком помрешь. Очень даже приятно. Пахнет очень. Да, да. Она какая-то... Нет, не про это. Ну специальное дерево. Ультрафиолетовое. Запах потрясающий. Жека, понюхай там. Да я уже слышу, я сюда слышу. Замечательно. Вот Женя, смотри, да. Учись, как у людей в подвале. Да. Мы вас еще приведем в наш подвал. Хорошо. Там вообще пройти нельзя. Ага. Я там две тропинки такие прорубила. А мы же не пьющие, ты знаешь? Да, так вот не будем, значит, пить. Да. Дымурка. Вот это мы не будем. А кто вам даст? Вот это пить мы не будем. Есть-то, кто же бы даст? Это тоже мне, причем интересно, все эти шутки, у меня воспоминания конкретные, вот где я был, когда. Мы когда учились в университете, в большом этом здании, там окна некоторых аудиторий выходили на зоопарк. Там да, же зоопарк. Да, да. И в определенное время дня, когда их кормили, там были такие вопли. И знаете, кто были самые жуткие вопильщики? Угадайте. Львы. Нет. Тигры. Носороги. Нет. Кошки. Нет. Волки. Павлины. 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 Причем я же не знал, а мне старшие товарищи рассказали, что не-не, я тоже думал, это какие-то там... Дикие звери. Павлины, они ходят с этими. Ну, они красивые, да, но орут. Да. Орут, потому что никто же не кормит. Так, посмотрели, кладу назад. Ты хочешь попить? Да, конечно. Ну хорошо, пойдем. Я же не такая, как некоторые. Ну хорошо, нет, я наоборот, я с радостью. В последнее время... Это новая технология для тебя? Ну это не, для меня да. Это называется Glass Fusion. Да, посмотрите. Glass Fusion. Это как гемма, как практически... Нет, это из стекла. И это обжигается. Это такие штучки, называются мелифиоры. Мелифиоры. Да. И я их вот кладу. Ну, в данном случае это вот молочное такое белое стекло. Если ты захочешь кому-то подарить, какому-то родному человеку. Спасибо. А вот это еще, я не знаю, я вообще вам показывала. Да, у нас есть экземпляр. Тоже да, есть. Да. Да что ж у вас? Это входная дверь, и нас тут встречают. Метров колючей проволоки, это звучит как тутум-тутум-тутум. Ну, да. А если вот придумать любую другую последовательность, будет окей, но звучать не будет. Классно, да. Так, значит...